Божественному царстві культури і вручають освітлення сіяння, яке украшене сіллю, напоминаючими по формі аку і слегка покачуючимися в його ушах, які в страхі перед матір'ю Єшоди стрімкільно вбігають прочь від дерев'яних штуків, якого мать Єшоди тут догоняє, так біжить до стигнув, якого Верховним Господом ще допомагає, як на шутку упокоює. Он плаче, у нього розтінув в руки своєї матері і утирає сльози своїми лозисними дошками. Його глаза повні страха, а жемчужне ожерелье на його шеї відмічене двома лініями, подобними лініями, раковинами, дрожить під час свого дихання, перериває його плаче. Этому Духовному Господу, що домагає, чий живот рідні льотами, а чистою любов'ю його матері, як на шутку і смиренно покорно. Его детские игры, подобные этой, являются проявителем легко и источником невыразимого страха. Этими своими играми он показывает свою преданность, поглощенными размышлениями о его величии и несказанном великолепии, что покорить его могут только те, чья любовь отмечается интимностью чувств и лишена всякого благовения и почтительности. С огромной любовью я сотни раз склоняюсь перед Господом Дамодарой. О Господь, Ты можешь даровать любые благословения, но я не молю Тебя ни о безличном, ни о высочайшем освобождении и ни о каком другом благе. О Господь, я хочу лишь, чтобы Ты в этом облике Бала-Гопалы, находящегося во Вриндаване, всегда пребывал в моем сердце, и мне не нужны никакие другие дары, кроме этого. О Господь, Мать Яшода, вновь и вновь осыпает поцелуями Твое лотосподобное лицо, обрамленные локонами черных синеватым оттенком бархатистых волос, и твои губы олеют подобно плоду бимба. Сделай же так, чтобы я всегда мог видеть в своем сердце твой прекрасный лотосоподобный образ, и тысячи и тысяч иных благословений нужны мне. О Верховный Бог, я приношу тебе свои поклоны, о Дамодара, о Ананта, о Вишну, о Повелитель. О Господь мой, я хочу лишь одного – чтобы Ты остался доволен мною. Обрати на меня свой милостивый взор, спаси несчастного невежду и глупца, тонущего в океане мирских печалей, и позволь мне всегда лицезреть Тебя. О Господь Дамодара, в образе ребенка, привязанного к деревянной ступе, Ты снял проклятие народы с двух сыновей Куверы, Манигривы и Налакувары, и превратил их великих преданных. О Господь мой, одари меня своей премобхакти. Я хочу лишь этого и не стремлюсь ни к кому другу, и не стремлюсь ни к кому освобождению. Господь Дамодара, прежде всего я склоняюсь перед той ослепительной сияющей веревкой, которая обвивает твой живот. Затем я приношу свои поклоны твоему животу, в котором покоится вся вселенная. Также я смиренно склоняюсь перед той, кого ты любишь больше всех, перед Шримати Радхарани. И, наконец, я вновь и вновь склоняюсь перед тобою, Верховным Господом, являющим свои нескончаемые игры. Шри Дамодараштака ки джай, Шри Радха Дамодара ки джай.